жаль людей, которые верят во всю эту чепуху. А все потому, что с экранов телевизоров вам говорят, это невыдуманная история. Да, невыдуманная история, где проплаченная эскортница очень плохо играет роль любовницы. Первый канал заплатил Даше Друзьяк 400 тысяч рублей за то, чтобы она подписалась на эту историю с Серовым. Я считаю, что это хайп с двух сторон. И про Серова вспомнили, и про Дашу не забыли. Даше нужны были деньги, она их нашла. К сожалению, на телеканале ТНТ Даше не удалось ничего заработать, и после выгона с проекта она звонила мне для того, чтобы я приютила ее у себя в своей квартире. Про оплату и прочие гонорары Даша говорит, не стесняясь, думая о том, что это никогда не просочится в сеть. Так вот, теперь мы все знаем, что роль актрисы, любовницы Серова стоит 400 тысяч рублей. Ровно столько ей заплатили на Первом канале. А сколько заплатят?